по видео. Нахуя ему шлем? Не надо ему шлем. Шлем уже на том берегу. Прогресс. Ну кто следующий? Едь. Не, я сюда не пойду. Я думаю, это полный Дакар. Это по-нашему. Объезд далеко? Да. По той дороге, где сейчас ехали, до того места, где остановились, бля, налево переезжаешь на грунтовку и по ней едешь. Налево переезжаешь на грунтовку, это значит прямо, а потом налево поворачиваешь? Нет, налево. Бля, я не понял. А, ну понял, от того места налево. Где мы ждали вот его. Да, да, ну там сказал, оттуда, отдыхать не будет. От той точки налево, все понятно. Да. Потом еще раз налево. Так мы там налево и поехали. Это если отсюда сейчас ехать налево, да? Ну короче, тебе придется здесь тогда. Там вода журчит, может там мелко, может проверить. Пока ты мокрый. Там фильтры вода уже, как тогда будут. Так что не хурыпаться. Из нагрузка. Ну что, давай мы уже поедем, пока. Давайте уже езжайте, блядь. Не хочешь, пока ты там. Все поехали по домам, блядь. Да? Ты вода подогрел, даже не холодная после вот этого толкания, блядь. Нет, ты подогрел только ее уже. Там пока буксовал, блин, сам там пиздец. Там масло потекло. У нас вся аж закипела. Сейчас рыба начнет всплывать. Закрытие мотоциклона. Это вот понял. Диня, это вот и есть вот та классификация трофи, трофи. Это взяли мотоцикл и несли. Трофи, но без ралли, блядь. Да, да. Это трофи без ралли. В принципе, сегодня в твоей программе все эти виды были уже. Если бы я не хотел искупаться, я бы не ломился. Я думаю, да. Потому что, по-моему, тут не, ну это даже думать не надо. Думать вообще в нашей. Шальная мысль просто была такая.